Первая мировая война вписала в историю военного искусства новую главу под названием «Угроза с воздуха». Какова угроза, таковы и средства борьбы с ней. Хрупкие тихоходные этажерки обстреливали из револьверов, винтовок и пулеметов. Одним из способов, казавшихся эффективным, была так называемая «стрельба пачками». Застигнутая врасплох группа солдат палила по летающему чуду залпами. Годы Второй мировой войны стало понятно. Эффективно и системно защищать от воздушной угрозы необходимо не только города, заводы, нефтепромыслы. В собственной ПВО нуждаются и сражающиеся армейские части. Именно в эти годы штурмовая авиация стала стратегическим фактором в поле битвы. Еще перед войной и у нас, и у немцев были созданы великолепные образцы зенитного оружия. Пушки калибром 85 и 88 мм, зенитные автоматы 37 и 20 мм. Оказалось, что именно скорострельные мобильные установки лучше всего подходят для защиты фронтовых войск от самолетов. Немцы первыми насытили этим оружием свои полевые войска. Легкие 20-миллиметровые зенитки оказались самым опасным врагом для наших штурмовиков Ил-2. Настоящая гонка началась после Второй мировой. Корея, Вьетнам, Ближний Восток, Ангола, Афганистан. Большинство войн второй половины прошлого века было борьбой за улучшение глобальных позиций сверхдержав, а заодно и возможностью испытать новое оружие. Массовый переход на реактивные самолеты и появление боевых вертолетов сделали защиту войск от воздушного нападения еще более трудной задачей. Путь Второй мировой, насыщение мелких подразделений крупнокалиберными зенитными пулеметами уже не годился. Времени реакции даже тренированного зенитчика не хватало для моментальной оценки ситуации, степени угрозы и начала ответных действий. Автоматической стрельбы было уже недостаточно, необходимо было и автоматическое наведение. «Шилка». Появление этой 23-миллиметровой самоходки стало настоящим прорывом в разработке техники армейской ПВО. Принятая на вооружение в 1957 году, «Шилка» была шедевром инженерной мысли и на десятилетия опередила время. Мотострелковые и танковые полки получили надежный зонт над головой, а потенциальный противник – неожиданную, почти неразрешимую проблему. «Шилка» могла защищать своих не только на стоянках, но и на маршах, двигаясь в боевых порядках танков ВТР. Она почти гарантированно сбивала любые цели, скорость которых не превышала 1600 км в час, на высоте до 2 и на дальности в 2,5 км. Скорострельность пушек была немыслимой даже для новейших пулеметов – 60 выстрелов в секунду. «Шилка» фактически была полуроботом. Собственный радиолокатор самостоятельно следил за небом и наводил орудие в сторону цели. «Шилку» все время модернизировали. Улучшалась элементная база быстродействия электронного комплекса. В итоге «Шилка» долго не устаревала и выпускалась 20 лет. В 1985 году эксперты влиятельного немецкого журнала «Zoldat und Technik» заключили, несмотря на то, что выпуск «Шилки» прекращен, она до настоящего времени остается лучшим средством борьбы с низколетящими целями. Немецкие эксперты не знали, что в СССР на вооружение уже была принята еще более совершенная установка – «Тунгуска». Это произошло в 1982 году, но еще в начале 90-х она была строго секретной. «Тунгуска» соединяла в себе две системы оружия и, по существу, стала зенитным ракетно-пушечным танком. Этот зенитный зонд оказался еще более прочным и широким. Высота купола 3,5, а диаметр до 8 километров. Скорострельность пушек укрупненного калибра 30 миллиметров приблизилась к 80 выстрелам в секунду. В начале 80-х годов американские военные специалисты сформулировали новейшую концепцию войны, которая получила название «Воздушно-наземного сражения» Air Land Battle 2000.
Согласно этой теории, в сражениях будущего необходимо изолировать передовые дивизии противника, уничтожив его резервы. Материальная основа идеи – самолеты «АВАКС» и высокоточное оружие. Первые контролируют ситуацию в стане противника на глубине до 300-400 километров, передают информацию боевым средствам в реальном времени, а вторые уничтожают обозначенные цели. Теперь в эффективном противовоздушном зонте нуждались целые соединения. Таким зонтом стала новая зенитно-ракетная самоходная установка «ТОР». Это уже фактически полностью роботизированная система, где человек просто контролирует происходящее. Размер этого купола 6 на 12 километров. Сегодня появляются новые средства поражения противника с воздуха. Все более умными, маневренными, мощными становятся бомбы и ракеты. Ведутся работы по созданию беспилотных штурмовых самолетов. Но армейское ПВО достойно отвечает на новые угрозы.